Всем привет! С вами Однорукий Борис. И это дополнение к игре Doom 2 под названием Evolution. Продолжим с вами проходить данную игру. Да, вот здесь вот мы с вами остановились. Ух, тут звуки какие родные. Так, я... Тихо. Всех расстрелял. Тут, там, по-моему, кто-то еще был. Нет, это лампа всего лишь. Вот здесь вот сейчас. Классно, классно. Так, здесь у нас... Здесь у нас что-то открылось. Прежде чем входить в порталы, мы с вами сохраняться будем. Так. Вот так, два раза на Enter нажимать надо. Так, жизни еще много. Ах ты какой шустрый. Так, у меня же есть двухстволка, которая вообще всех рубит. Так, еще один берсьер. О, ясно. Ой, пулеметчики тут это... Такое зло. На тебе получай. На тебе вам получайте. До свидания. Так, тут на самом деле вот эти вот ребята, они начинают заполонять локацию. На самом деле это такая стандартная ситуация. Вот. Наверняка вы помните, в предыдущих прохождениях и второго Дума оригинального, и в Плутонии, там были такие же моменты. Когда идешь по карте, и постепенно какая-то локация, ну конкретно та, в которой мы находимся, да, она начинала заполоняться. Демонюками. Так, красный ключ видим, это значит, нам нужно сохраняться. Очень странно, потому что обычно в Думе когда ты берешь ключ какой-нибудь,
что со всех сторон начинают валить противники. Так, и тут где-то я красную дверь видел. Да, вот она вот здесь. Так, я уже слышу, как тут злобно хрюкают. Ох, вот эти вот черепа на самом деле. Они тоже такие противные пацаны. Так, а вон как раз и желтый ключ. Желтая банковская карта. Так, здесь я вообще не понимаю, что. А, только если вот так вот пробежать, короче. А. Ну или так. На самом деле я не совсем понимаю, зачем эта невидимка нужна, если все равно нас начинают видеть. Ну хотя меня могли спалить просто потому, что я один раз успел выстрелить. Вот. Так. А, вот здесь где-то дверь желтая, вот с этой стороны. Вот она. Ой-ой-ой, только не ты, блин. Как же, блин, бесит вот эти вот. Вообще, я не думал, что я повстречаю вот этого демона вот так настолько быстро, ну, так быстро. Я-то думал, там он будет где-то в середине игры, где-то на карте этак на 15-й. Так, давайте сохранимся, потому что такого монстра убили, короче, сейчас. Так, дробаш рулит. Ну, смотрите, одного из троих победить смогли. Так. Блин, они так... Так, успел у него пульнуть. Слушайте, дробаш тут реально рулит. С дробашом даже на них вообще не страшно ходить. Так, поэтому мы сейчас с вами сохранимся. Так.
Какая-то непонятная штука тут крутится. Ух ты! Ну, вообще простой. Да ладно. И это я еще не всех убил. Где-то один ходит. Вот. Power Control назывался уровень. Wormhole. Давайте посмотрим, что это за Wormhole. Уже тут. Опа. Ух ты. Так, скорее. Ой, музыка такая, музыка. А я сейчас давайте проверю звук. Так, со звуком у нас все в порядке. Я просто думал, что он, как всегда, громче, чем хотелось бы. Так, с теми разобрались. Семерых одним ударом. Опа. Опа. А это... Ух ты, нифига. Так, ну вот на самом деле... Давайте я загружусь. Смотрите. Не там загрузился. Вот. Автосейв. Бутылочку не взял одну. Так, хорошо. Вот здесь вот сохранимся и прыгнем. И сейчас будем тупо... Ой-ой-ой, это я уже... Моё самое любимое... ракетой. Влупить. Ну, тут меня уже тупо расстреляли. Аптеки взяли, нужно теперь сохраниться. Так, хорошо, ракеты побережем. Так. Thank you.
Ой-ой-ой, там какие ребята. И самонаводящимися стреляет. Вот. Так, теперь с той стороны надо. Во-первых, сохранимся опять. Экзит. Реально экзит. Довольно-таки короткий уровень получился. Хенгер. О, давайте мы с вами этот уровень пройдем в следующей серии. И я чувствую, что следующая серия будет очень даже путной, потому что, обратите внимание, у меня всего лишь 4 жизни. Вот, я при вас даже здесь вот сохранюсь. Ох, чувствую, что я себя обрек на попа-боль. Но я думаю, что мне будет, как и вам, интересно посмотреть, как я все это дело преодолеваю. Вот. Что ж, это было дополнение к игре Doom 2 Evolution. С вами был Однорукий Борис. Ставьте лайки, если вам понравилась эта серия. И если вы любите игру Doom 2, вот, вступайте в группу, подписывайтесь на канал. Все ссылки есть в описании. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей, в душераздирающей серии по игре этой. Всем удачи и всем пока.